что я сейчас рискну перепрыгнуть через нее в Анейте. До 180 по-нашему. И сделать это, ну, так стильно, как могу. Вау! И ты не упал? Я не упал. Это самое важное. Очень страшно, когда ты вот так вот руками касаешься между планками и боишься, что палец попадет в промежуток. Не будет ни кломакс. Деревяшками, да. Будет ни кломакс пальцев. Не кломакс. Кто знает, о чем мы. Давай еще раз. Или нет? Лучше не стоит. Уже сделал. Зачем? Давай попробуем. Давай. Чуть больше выпрыг сделаю. И очень хорошо, у тебя появился стиль. Ты руки держишь внизу и вот так вот. Отлично смотрится. Стиль привязанного.